Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джанно Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатару Ваша Кипа Синду Бхивача Патитанам Пабуне Бхавишна Бибхю Наму Намаха Мукам Кароти Ваша Ланг Пангунг Ланг Хатигрим Ят Кипа Тамханг Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Шатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттама Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасья Пракасанеша Садануракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамадакша Джагод Барана Дейям Сада Парибхабхагна Мабиштатухам Тетас Падам Сибавиринчанутам Сараням Ветатихам Панутапалья Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатай Биспуриджита Камапика Павату Шивадарши Пурнану Раграсу Сагару Сарамурти Сарадхи Камай Када Кипам Карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гадхадхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гадхадхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Ютакшо Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Пало Банде Джагат Прия Кару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин чамуктин чададасинитам Бхаван рупен садайнаранам Ганга тарам рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно Прияманаṅга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхажаве Санатам Багиша Джушва Вадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьясте Хиде Самбит Вам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама.
Ram Ram Hare Yat Shaktayo Vadatam Vaditam Vai Vivad Sangvadho Bhavanti Kurvanti Chaisam Muratmamoho Tasmai Namananta Gunaya Bhamne Yashaktayo Vadatam Vadinam Vai Vivad Sangvadho Bhavanti Kurvanti Chaisam Muratmamoho Tasmai Namananta Gunaya Bhamne Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Господи, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, признаком Снигда Шиши является то, что он перенял все качества своего духовного учителя. Шрила Прабхупада Парамахамса Джагадгуру сказал, что признак Снигда Шиши заключается в том, что в нем проявлены все качества Гуру Пада Падма. All Siddhanta Vichars, all etiquette, purity, Siddhanta Vichar, чистота, следование этикету, all you can find in applied form in the life of that disciple, then в полной степени проявлено в ученике. Если мы наблюдаем это, в ком-то из преданных мы можем понять, что он является Снигда Шишья. Гурупад Падма открывает, может открыть абсолютно все своему Снигда Шишья. Он может открыть ему все таинства Бхаджана. Каждый садгуру желает, чтобы хотя бы один Снигда Шишья, чтобы у него был хотя бы один ученик Снигда Шишья. They desire this kind of such disciple can come, mana guru can come in my life in the form of disciple who can catch all the things. То есть он в этом Снигда Шиши видит своего духовного учителя. Он хочет, чтобы такой ученик, в котором он будет видеть своего духовного учителя, пришел к нему, и он смог передать ему все, что он получил от своей гуру Варги. Все сокровища, которые он перенял от своих духовных учителей, чтобы он вложил их в сердце своего ученика. Духовный учитель всегда желает этого, всегда стремится сделать это. Но такой ученик очень редок. Like Popa speaking, when we can harmonize our heart with Krishna, Прабхупад говорит, что когда мы сможем сделать единым свое сердце с сердцем Кришны, мы станем счастливы. Кришна говорит, я играю на флейте Вамшидхане и хочу. Чтобы мы не меняли ритм его мелодии. Но, как правило, мы делаем это. Пример этому.
Такур Дас Бабаджи Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, проводил арати киртан, то есть пела арати киртан во время арати. И как-то раз он заметил, что брамачари не бьет музыкальные инструменты в такт. Он очень расстроился. Точнее, тот играл на караталах, а Бабджи Махарадж на гонге. И он так разозлился, так расстроился, что бросил в него палкой, палочкой, которой бил в гонг. Но нам может показаться, что он очень сильно разозлился, но суть в том, что Радхарани не прощает ни единой ошибки, которая препятствует служению во Вриндаване, потому что ее сердце Шьямасундар, и она не простит того, кто мешает служить ему, мешает сделать его счастливым. Именно поэтому проще принять прибежище в Навадвипадхаме, потому что Гаура Нитьянанда простят нас. Сложно поверить, но во время Гаура Нитьянанда Пракат Лилы не существовало даже понятия апарадхи. То есть они бесплатно, совершенно за просто так раздавали прему. То есть, когда они совершали лилы, они просто раздавали прему. Так вот, Такур Дас Баба разгневался. Почему? Потому что брамачари не играл в такт. Хотя несколько раз он предупредил его. Но все равно тот все равно продолжал бить в караталы по-своему. Но этот киртан был служением Шрилы Бабджи Махараджа, и этим киртаном он старался удовлетворить Раду Говинду. В лилах Радхи и Кришна сакхи очень пунктальны. Если кто-то совершает какую-то ошибку в служении, они сразу же подмечают это и исправляют того, кто ее совершил. Они очень пунктуальны в отношении сева и очень внимательны к высшему качеству. То есть они хотят, чтобы служение производилось на высшем качестве. Именно поэтому они не болтают. Они в Нишанта-лилу даже не разговаривают, не произносят ни слова. Вриндадеви посылает сигналы птицам, и те начинают петь. Но сакхи между собой не разговаривают, потому что они совершают служение Радхе и Говинде. Так вот, поэтому нельзя совершать ошибки во Вриндаванадхаме. Да, мы прекрасно знаем, что Горадхама не отличная от Вриндавана, тем не менее она более милостива. Итак, Гурупад Падма всегда желает встретить такого ученика, который сможет принять все богатство его сердца. Когда во время киртана кто-то нарушает ритм, он уже не может быть совершенным. Сокровенное значение баджана. Мы сможем его понять, когда достигнем зрелости, зрелости в баджане. Так вот, в Амшитхане флейта Кришны постоянно звучит, и мы должны влиться в этот ритм, мы не должны нарушать его. Очень внимательно слиться с ним.
То есть наша деятельность должна быть приведена в такую гармонию. То есть наша деятельность не должна становиться препятствием для Кришны, для игр Кришны. Поэтому наша Гуру Варга, вся наша Гуру Варга, Шрила Бхакти Шашидхара с вами, Шрила Пури Госвами Махарадж, они в полной гармонии с Гурупада Падмой и, конечно же, не создают никаких препятствий на его пути, на пути игр Кришны. Но так называемые духовные учителя нарушают этот киртан и в конце концов, совершая апарадхи, покидают путь преданного служения. Итак, прежде всего, необходимо осознать Адвайя Гьяна Таттву. Пока мы не сделаем этого, мы не имеем права проповедовать. Потому что пока вы не утвердитесь в Адвайя Гьяна Таттве, вы не сможете осуществлять настоящую проповедь, потому что будете совершать ошибки. Вы станете проповедовать перед людьми и будете видеть перед собой женщин, слушать ли будете делить на женщин, девушек, привлекательных людей, богатых и так далее. Несомненно, те, кто утвердились в Адвайя Гьяна Таттве, обрели полную милость Гуру Пада Падмы. Потому что без Гуру Крипы это невозможно. В сердце постоянно беспокойство. И как же от него избавиться? Лишь по милости Гуру Пада Падмы. Итак, последние дни мы говорили о том, что Кришна давал наставления Удаве, рассказывал, открывал сокровенные секреты отношений Браджаваси. Как я уже говорил, Бхагаван Шри Кришна не мог вынести одного недостатка в Удаве. То есть он был очень дорог ему, и Удава обладал глубочайшей преданностью, однако он не понимал высочайшее положение любви гопи. Именно поэтому он отправил его во Вриндаванадхаму, хотя эта причина была скрыта, и Кришна добился того, чего хотел. Благодаря своему посещению Вриндавана, Удава смог понять сокровеннейшие отношения, высочайшие чувства Браджаваси Кришне. Хотя внешне Кришна послал Удаву как наставника, но на самом деле он хотел, чтобы Удава получил наставление от гопи, чтобы они обучили его. Но с внешней точки зрения он объяснил это как необходимость помочь гопи. Бхагаван Шри Кришна говорит, что даже когда я был во Вриндаванадхаме, я пас коров. Но Браджаваси не могли вынести и секунды разлуки со мной. Когда я уходил в поля, каждая секунда казалась им длительностью, размером с Брахма-ратри, с ночью Брахмы.
Знаете, сколько длится Брахма Ратрия, ночь Брахмы? Несмотря на то, что Кришна наслаждался с гопи и танцем раса огромное количество времени, но им это время показалось мгновением. Сейчас я ушел в Матхуру, и каждую долю секунды для них время остановилось. Как вчера я говорил, Бхагаван Шри Кришна приводит здесь замечательный пример. У рек есть различные источники, в которых они берут свое начало, затем они, то есть в одном месте они берут свое начало из источника, а затем протекают на определенное расстояние, а затем впадают в океан. К примеру, Сарасвати, Мандакини, Алакананда, Бхагиратхи, различные реки. Но когда они встречаются с океаном, они сливаются с ним и перестают быть отдельными реками. Об этом же говорит Бхагаван Шри Кришна. Кришна — это океан Мадхури. Шри Чайтанья Махапрабху дает следующий пример Рупи Госвамипаду. Я хочу дать тебе каплю нектара. Попробуй и скажи, как тебе. На самом деле, говорит Чайтанья Махапрабху, Кришна — бесконечный океан этого нектара. И кто я такой, чтобы объяснить тебе, кто такой Кришна? Если когда-нибудь ты осознаешь, что находишься в Кришна-расе, то есть в океане Кришна-расы, ты сможешь понять, кто такой Кришна. А в противном случае никаких лекций, никакой философии не будет достаточно, чтобы понять, кто он. Это вопрос практики, то есть непосредственного восприятия. Итак, гопи забылись во мне. Забыли о себе. Я Удава, источник Айшварья, говорит Кришна. Но им совершенно неинтересно моя Айшварья. Они лишь постоянно испытывают мою мадхурью. Если кто-нибудь скажет, что во Вриндаване нет Айшварья, он глупец. Шри Чайтанья Махапрабху говорит Шривас Пандиту, когда состоялся разговор Шривас Пандита и со Сварупа Госвами. Пуршоттамадхаме, Нилачалакшетре, во время Хера Панчами, когда Лакшми Деви выходит и начинает бить слуг Джаганнатха, введите назад моего Прабху.
не хочу слушать никаких оправданий. Где мой Прабху? Она бьет слуг Кришны. Это прекрасная лила. Наш Шивас Пандит говорит, Лакшми Деви — это богиня богатств. Она обладает безграничными, она богиня безграничных богатств. А кто такая Радхарани? Она пастушка. Простая пастушка, ничего нет. Махапрабху, услышав это, засмеялся. Шивас, ты Вайкунха Паршат. Ты с... Но не забывай, что в каждом, каждый уголок Вриндавана содержит в себе бесчисленные вайкунтхи. То есть Вриндаван никак не может сравниться с Вриндаваном. То есть Вриндаван никак не может сравниться с вайкунтхой. На самом деле Сваруп Гасай был Шудда. Так вот, Айшварья есть во Вриндаване. Много времени назад я рассказывал историю о царе Дели, Акбарова царе, который приехал во Вриндаван. Время от времени он посещал его, останавливался на какое-то время там и дал пожертвование саду. Хотя он был мусульманином, все равно посещал Вриндаван. Однажды он оделся в одежды Бабаджи и начал делать вид, что совершает баджан. Он обратился к Санатане Госвами. «Я хочу как-нибудь послужить, но не знаю, что мне делать. Что я могу сделать?» А Санатана Госвами сказал. То есть Акбаравацар хотел послужить в Санатане. А Санатана Госвами, будучи настоящим саду, сказал, что он ни в чем не нуждается. Я собираю мадху карри, и поэтому мне ничего не нужно. Я беру по чуть-чуть. То есть Нишкинчан саду всегда собирает мадху карри, бикшо. То есть по чуть-чуть берет у каждого, кто дает. Поэтому он сказал Акбаравацару, что ему ничего не нужно. Но тот настаивал. Тогда Санатана Госвами сказал, хорошо, почини вот эту сломанную лестницу. Вы были на Двадаша Адитья Тиле во Вриндаване. Там храм Мадана Махана. И оттуда спускалась лестница, которая вела к Ямуне. Санатана Госвами ежедневно спускался и поднимался по ней для того, чтобы мыть параферналии за водой. И так он сказал, вот эта лестница сломана, если ты хочешь, можешь ее починить. Акбаравацар воспринял это как оскорбление. Какая-то лестница сломалась. Санатана Госвами указал, вот там она. Он четко почувствовал, что Акбаравацар проявляет ложное эго, то есть воспринял это как оскорбление. И когда Санатана Госвами указал на эту сломанную лестницу, перед Акбаравацаром проявился Вриндаван. Он проявился.
И лишь взглянув на эту сломанную лестницу, Акбар Ватсар обезумел, то есть припал к лотосным стопам Санатана и сказал: «Я не способен ее починить, потому что она состоит из драгоценных камней. И если я продам все свое царство, у меня не хватит денег даже на один такой камень». Дивья Ратнам. Итак, Айшвария есть во Вриндаване. Но подлинный саду в ней совершенно не заинтересован. Кришна говорит, что мои преданные не хотят Айшварии, они лишь хотят любить меня. Как только что я привел пример, когда реки впадают в океан, перестают быть отдельными от него, сливаются с ним. Также и гопи не думают ни о чем. Не заботятся о том, что о них подумают другие, осудят ли они их. У них есть отцы, матери, мужья. Существуют строгие правила в обществе. И когда кто-то их нарушает, он... Все общество начинает презирать его. Мы не должны нарушать правила общества. Но гопи совершенно не думают об этом. Они не переживают, не думают, что кто-то осудит их, кто-то будет критиковать, говорить о них плохо. Таким образом, они отдают Кришне все — тело, ум, речь. Бхава, которая обладает гопи, необычайно редка. Though I am giving example like Monirishis, but don't think that Monirishis they are getting the same target. Несмотря на то, что я приводил в пример Муни-риши, не думайте, что у них та же цель, что и у гопи. Они на самом деле хотят слиться с нирваной, войти в нирвану. И забыть о своем существовании. Но это не цель гопи. Они стремятся к Чит-Гьянананде Кришне, их сердцу и душе. Когда я объяснял шлоку о бхакти, клешагни шувада мокшалагута крит шудурлаба шандрананду вишешатма сикришна карсани чо шандрананду мин. Я говорил, что Сандра в этой шлоке, на бенгали и на санскрите означает одно. Они означают высшая ананда. Ананда, которая приняла
самую насыщенную форму. Если мы поместим данду в воду, то видим, что вода скрывает данду до определенного места. И на данде появляется отметка от воды. Теперь Бхагаван Шри Кришна говорит, может возникнуть вопрос, хотели ли гопи видеть меня своим мужем? Шукадев Госвами приводит следующий пример. Бхагаван Шри Кришна является Атмарама. И, конечно же, он не спустится до наслаждений с какими-то матаджи. Гопи являются сварупшакти Кришны. И они вечно с ним. Но йога майя устраивает все таким образом, что им кажется, что они встречаются с Кришной и расстаются с ним. На самом деле они вечно находятся в трансцендентной дхаме вместе с Кришной. Но йога майя делает так, что им кажется, что они покидают своих мужей, покидают свои дома и идут на встречу с Кришной. Именно поэтому Джива Госвами Пад говорит о Паракия Свакия. Он объясняет, что гопи вечно вечны, точно так же, как их отношения с Кришной. Но под влиянием майи они начинают думать, что они замужем, что у них есть семьи, и что они оставляют эти семьи ради того, чтобы быть с Кришной. На самом деле это особый вкус расы, которым наслаждаются гопи. В Чайтанья-чаритамрите сказано, переполняющая раса. Если мы испытываем влечение к чему-то или к кому-то, но перед нами встают какие-то препятствия, но мы чувствуем сильнейшее влечение, какими бы большими трудностями, какие бы большие трудности ни возникали на нашем пути, мы преодолеем их, и они лишь будут увеличивать наше рвение к тому, чтобы быть с этим объектом или с человеком. Об этом говорит Бхактивинода Такур, Джива Госвами Пад, Вишванатха Чакраварти Такур. Они говорят, что когда бы Кришна Лила не появлялась здесь, в этом мире, мы видим ее, будто бы воплотив, то есть всех, кто принимает участие в этой лиле, будто бы воплотившихся в материальные формы. На самом деле, в мире трансцендентном не существует мужей гопи, семей, там лишь концепция их. Присутствует концепция
замужество гопи, но, конечно же, они не могут быть замужем за кем-то, кроме Кришны. Здесь, в этом материальном мире, они принимают материальную форму для того, чтобы это выглядело так же, будто бы то, что происходит в нашей жизни. Совершенство расы, высота расы зависит от одного фактора. Когда, то есть почему Кришна-лила настолько привлекательна? Нараяна-лила не настолько привлекательна для нас. Потому что лила Кришны в лилах Кришна ведет себя будто человек. В этом и есть совершенство этой лилы. Именно поэтому она превосходна. Гопи приходят сюда из трансцендентной обители. И как только это происходит, йога майя устраивает все таким образом, чтобы они думали, что у них есть их дома, их семьи, мужья. Когда они встречаются с различными препятствиями, которые мешают им встретиться с Кришной, раса, которую они испытывают, достигает своей вершины, достигает пика. Удава, несмотря на то, что я обладатель всей Ашварьи, Пракрита, я Пракрита миров, они не желают ничего от меня. Они не хотят получить ничего, чем обладаю я, потому что все, что они хотят, просто любить меня. Затем Бхагаван Шри Кришна говорит: Удава, ты уже побывал во Вриндаване. Я напоминаю, что сейчас мы читаем последний разговор Кришны с Удавой, последнее наставление Кришны. И еще до этого, за долгое время до этого, Кришна послал Удаву во Вриндаван. А сейчас Кришна уже собирается покинуть этот мир и дает последнее наставление Удаве. И наступил момент, когда он напоминает Удаве, говорит: Бхагаван Шри Кришна speaking, мат кама раманам джарам джарам сарупо бидо авала брамо ман парам апу сангьяч чату сахасраса. Those gopikas, they never wanted to think that I am Parabrahma. Гопи никогда не считали меня Парабрамой. Они даже не догадываются об этом. Те, кто испытывает гопи, которые испытывают сильнейшее влечение ко мне, никогда даже не подозревали, что я подобен Браме. Наши, они любили меня, будто бы материальные девушки, которые отдали все ради своего любимого. В материальном мире, даже в материальном мире есть истории, когда, к примеру, одна девушка
из очень и очень богатой семьи полюбила автослесаря. В связи с этим наша Гуру Варга шутит. Если ваш ум к чему-то привязан, то есть кого бы вы ни, кому бы вы ни привязались, в кого бы вы ни влюбились, вам будет все равно, кем он является. То есть материальная любовь зла. Можно полюбить кого угодно. И трансцендентная любовь выглядит как любовь материальная, однако она совершенно ничего общего с ней не имеет. Как я уже говорил, материальный мир — перевернутое отражение мира трансцендентного. То совершенство, которое находится в трансцендентном мире, отражено в материальном мире вверх тормашками. То есть, другими словами, то, что здесь кажется грязным и порочным, принимает высшее совершенство в мире трансцендентном. Когда здесь, в материальном мире, отношения незаконные, неузаконенные отношения мужчины и женщины вызывают отвращение. Когда, как в мире трансцендентном, отношения гопи и Кришны — это высшее, что есть во всех мирах. Предположим, что на берегу озера стоит дерево. И получается так, что отражение в отражении верхушка дерева становится внизу, то есть занимает низшее положение. Корень, а корень вверху. Верхушка дерева всегда занимает верхнюю часть, но в отражении все наоборот. Так вот, Паракия Бхава, с которой не может сравниться что бы то ни было во всех мирах, ее высшее положение невозможно описать. Здесь, в материальном мире, становится самым грязным проявлением отношений. Externally, it was the arrangement of Jogamaya. Everybody in the society feeling those gopikas, they have their husband. Of course, everybody they didn't have. There are some category. Some of them had husband, some of them without husband. Different kind of gopikas. Anyway, so I'm speaking just in general, but you know. В трансцендентном мире очень много гопи. У кого-то из них есть мужья, у кого-то нет. Но все они приняли меня как своего единственного возлюбленного. Were successful to reach me.
И они достигли меня. Сейчас речь идет о Садхана Сидда Гопи. Когда Кришна приходит в материальный мир, новые дживатмы, находящиеся здесь, обретают возможность принять свое истинное положение в Раджа-гопи. Бхагаван Шри Кришна говорит в соответствии, то есть наши комментаторы говорят, приводит эту шлоку и объясняет, что постепенно, постепенно мы будем возвышаться, достигнем премы, раги, анураги. Семь различных уровней придется пересечь, чтобы достигнуть уровня премы. Но гопи обладает Махабхавой, самым большим сокровищем во всех мирах. Sangyat Shato Sahasrasa. Many of them, they were successful to reach me. Matkama, Ramanam, Jaro Sarupam, Jap Jaro Sarupu. Многие, говорит Кришна, смогли достигнуть меня. This way they were all successful to reach me. Now finally Bhagavan Sri Krishna speaking. Bhagavan Sri Krishna wanted to give some reminder to Uddhava. Затем Бхагаван Шри Кришна напоминает Удаве, который хотел услышать все в деталях. Он настаивал, прежде чем покинуть материальный мир, пожалуйста, расскажи мне всю Бхагавата Татва Вигьяну. И, естественно, Бхагаван Шри Кришна поэтапно начал рассказывать ему. Tashmad tam uddhavo utsrijyo chodanam pratichodanam prabhritincha nibhritincha sratabhyam sutamevacha. Now I am going to advise you whatever suti siti prabhriti nibhriti sratabhyo mane you need to do or not to do or ever. I am going to advise you to leave everything. Сейчас я хочу дать тебе один совет. Оставь все, все, что ты знал, чего ты не знал, и просто прими прибежище у моих стоп. Сделай так, как сделали гопи, которые ничего не думали о том, которые абсолютно не думали о том, что подумают о них окружающие, не знали, забыли о правилах и предписаниях. Точно так же ты оставь все, забудь все, что ты услышал от меня, все, что я долгое время рассказывал тебе, и забудь все, о чем ты должен был услышать. Выброси это. The only object of Sharanagati,
Абсолютный объект. То есть оставь лишь одно. Оставь шаранагати. Лишь с шаранагати приди к моим стопам. Удава возразил, долгое время ты давал нам не наставление, что необходимо следовать шрути, смрити, следовать правилам. Что же будет, если я отвергну их? You will leave everything, the absolute object of Saranagati, unto my lotus feet, you come and take Saranagati. That is the final advice to me. That is my final advice to you. Кришна говорит, оставь все и приди ко мне лишь с Шаранагати. Now I am in confusion. Но Удава в замешательстве. Сансая, сансаяха, синнату, бачам, табу, югесвара, но... Nivartato atmasto jeno brahmati me manaha. Now I develop different kind of doubts whenever you are speaking this. Sansaya srinnato vachaha. After hearing all your advice at present, I am in confusion. Теперь я в замешательстве. Ты говоришь отбросить все. Uddhavji going to address Krishna Yogeshwareshwara. Он называет Кришну Йогешварешвара, то есть тот, кто дарует утешение. То есть, точнее, его утешает, что Кришна является таковым, тот, кто не может лгать. Итак, Кришна не может соврать, думает Удава, значит, он... То есть все йоги этого мира получают силы от него. Конечно же, он не может обмануть меня, ввести в заблуждение. Но Удава открывает свое сердце Кришне, объясняет, что теперь у него закрались сомнения в сердце. И он не знает, что ему делать. Я потерял умиротворение. Я обеспокоен. Ты говоришь сначала одно, а потом совершенно противоположное. Ты же уже сказал, что я должен следовать правильным предписаниям, а теперь говоришь, что я должен их оставить. Именно это произошло и с Арджуной. Когда Бхагаван поэтапно рассказывал ему Гиту, первую, вторую, третью, четвертую главу, но в конце Арджуну наполнили сомнения. Он был обескуражен. Сначала ты говоришь одно, потом полностью противоположное. Ты даешь наставление, потом его опровергаешь. Так я в полном замешательстве не знаю, что мне делать. Что же мне делать? Скажи мне что-то одно, чтобы то, что принесет мне абсолютное благо. Then Krishna was bound to say that you see. Затем Кришна сказал. Finally what? Послушай, Арджуна. Krishna told to Arjuna, whatever advice I given, okay. Все наставления, которые я дал тебе, хороши. Но просто оставь все и предайся мне. В
все эти наставления я был вынужден дать тебе, но в действительности они были предназначены для всего мира. Каждый находится на своем уровне. И поэтому я произнес эти наставления. Прежде всего, я начал с первой главы. Стратегический взгляд на ситуацию. Затем Бхагаван начал описывать тело, кто есть, что есть тело, что есть душа. Затем он говорил о карма-йоге, о гьяна-йоге, дьяна-йоге. А в конце концов, дойдя до 18 главы, он сказал, не нужно тебе всем этому следовать. Смысл в том, что, несмотря на то, что он рассказывал Гиту Арджуне, эти наставления были предназначены для всех живых существ. Каждое живое существо находится на своем уровне развития, и в соответствии со своими самскарами она примет те или иные наставления, тот или иной уровень наставлений, и благодаря этому обретет возможность освободиться. Ну, так или иначе, в конце Гиты Бхагаван говорит, думай обо мне, поклоняйся мне. Предлагай мне поклоны, так ты непременно придешь ко мне. Мой ум в замешательстве, говорит Удва. Я знаю, говорит Бхагаван. Он думает, Удва не может осознать, что во мне все, что я источник всех начал. Несмотря на то, что нет подобного Удве, но даже он введен в заблуждение. Прежде он думал, что примет прибежище Веды, Веданты и достигнет совершенства. Но Бхагаван Шри Кришна теперь устанавливает высшую истину. Нет ничего помимо меня во всех мирах. Поскольку ты мой друг, поскольку между нами дружеские отношения, ты забыл, что весь мир — это я. Я говорил о ведах, но я и есть веды. Бхагаван говорит об этом в Гите. Я знаю каждое сокровенное значение вед, говорит Бхагаван. Веды не отличны от меня, а я не отличен. То есть, да, веды не отличны от меня. Даже риши и муни до конца порой не способны понять значение вед. Don't
Поэтому не переживай, постарайся осознать, что я, что вед не отлично от меня, что я сам принимаю форму вед. Expression of Veda in different form. Bhagavan speaking, where from Veda come? We know from Brahma. Bhagavan говорит, откуда пришли Веды? Откуда берут свое начало Веды? Из уст Брамы, из четырех ртов Брамы берут свое начало Веды. В изначальной своей форме Веды были сокрыты от общих глаз. Никто не способен перевести их. Пара означает абсолют. Так вот, изначальные Веды. Итак, Бхагаван говорит, он приводит пример с огнем. Как бревно, которое лежало долгое время на солнце, переняло энергию огня. First of all, fire you can find in the form of dry logs. After that, some friction can be there. By friction, heat energy can be there. Friction means heat. This is heat. In winter, если между этим деревом и другим создастся трение, возможно, от ветра, возникнет искра, от которой произойдет возгорание, появится огонь, а затем ветер раздует этот огонь, и огонь увеличится. Таким образом, при помощи ветра маленькая искра превратится в большой пожар. Так Бхагаван описывает четыре формы, то есть четыре стадии развития огня, величины огня. То есть вначале огонь находится в скрытой форме, затем проявляется искра, затем она при помощи ветра разрастается и превращается в огромный пожар. Точно так же в своей изначальной форме Веды пребывают в одной форме, и затем, если вы читали Вьякарану, Джива Госвамипад написал Вьякарану. Когда вы только начнете ее читать, то увидите. All ABCD coming indirectly.
Там говорится, что все варны берут свое начало от Нараяны. Затем описываются грамматические правила написания и произношения. Прежде всего, необходимо достигнуть брахманического уровня. Сразу стать вайшнавом не получится. Прежде всего, брахманическая стадия брахмана. Когда вы достигнете этого уровня, ваш язык, на вашем языке появится сарасвати, и благодаря этому вы сможете, ваша речь станет чистой. Вы не будете давать материальные лекции, но лекции духовные. Так вот, когда веды нисходят с уст Брамы, они принимают форму звука. Если бы я не говорил, то Харикатха была бы в тонкой форме во мне. То есть она присутствует, но во мне еще в непроявленной форме. Когда же я начинаю говорить, она проявляется. Also, Bhagavan already confirmed in Gita, Vedasya Sarve Rahame Bhavidya. Giving the same example, Jatha Analaha Khe Anilo Bandhurasma Valena Daruni Adhimathamanaha Onuhu Prajayato Havisha Самидхате татхайва ме бхакти риям хи бани, иям хи бани. That Veda бани coming in this form, what I explained. Bhagavan speaking to Uddhava. Yatha analaha, just like a fire, yatha analaha khe anilo bandhurusma valeno daruni adhimatthamanaha anuhu prajayato habisha samidhate. Татхайва ме бхакти риям хи вани. Бхакти мене прокасвате, expression of Veda this way. This way gradually Veda become a subject of hearing. Постепенно Веда становится, принимает проявленную форму, но изначально она в тонкой, непроявленной, скрытой форме. Готир, висарго, грано, расо, дрик, спаршо, шутишча, санкалпа, вигьяна, матха, бхиманам, абхиманаха, шутрам, раджасаттатаму, викараха. Now Bhagavan is going to unveil the mystery of this creation, how people are Теперь Бхагаван открывает таинство этого мира. Он показывает, говорит о том, как одурманены люди майей, как они не понимают, что находятся под полным влиянием майи. То, о чем я говорил последние два дня, это суть наставления Уддавы. Однако татва вигьяна, о которой он говорил ранее, очень важна также, потому что без нее мы никогда не сможем выйти из-под влияния майи. Люди могут говорить возвышенные речи, цитировать стотры, но осознание — это нечто иное. И их обрести не так-то просто. Можно говорить, можно
запомнить, выучить, но осознать не так-то просто. Удава, будь осторожен. Порой люди думают о чем-то. Совершают различные виды жизнедеятельности. Они дышат, смотрят, говорят, делают что-то, делают, испражняются. Не сомневайся, что это благодаря мне. Лишь поскольку я присутствую в них, они способны на это. В это сложно поверить, но подумайте, как происходит пищеварение. Мы принимаем пищу, принимаем прасад, и как же он переваривается? Существует 5 ваю, при помощи которой происходят процессы в нашем организме. То есть мы принимаем пищу, благодаря этим потокам она переваривается. Наше тело делится на верхнюю и нижнюю часть. Верхнюю часть. Верхней части один, то есть деятельность верхней части тела осуществляется благодаря одного потока ветра, нижняя благодаря другому. Если обрести подлинную Гуру Крипу, мы будем поражены, насколько высокие технологии, при помощи которых Господь создал этот мир. Посмотрите, какие разные живые существа созданы Господом. Бесконечное разнообразие. Кто же такой Бхагаван, который способен создать эти различные цветы с потрясающими ароматами? Лотос, розы. Кто же это? Кто он? Мы думаем, что мы совершаем огромный процесс, прогресс в технологиях и так далее, что мы посылаем спутники на Луну. И вот для нас это вершина совершенства. Но подумайте о творении Господа. Насколько искусно творение Господа. Какой он несравненный инженер. Но мы глупые. Наши глаза по-настоящему слепые. Я вынужден говорить это. Лишь хотя бы если у вас глаза откроются, вы сможете увидеть хотя бы разнообразие этого материального мира. Даже писатели, вот мусульманские писатели, казалось бы, мирские писатели, они восхищаются всем этим. Они не получили инициацию, но они получили общение со святыми. To think so deeply,
Так вот они, казалось бы, не были преданными, Эйнштейн в том числе, но были способны зрить в корень, то есть они настолько глубоко мыслили. Научные теории, которые выдвигал Эйнштейн, наглядно показывают это. Да, Эйнштейн ежедневно читал Гиту, и утром, и вечером. Ну, на самом деле, саду, гуру, вайшнавы осознают уникальность творения Господа. Но как же Эйнштейн смог выдвигать свои теории, которые в действительности сокрыты в Ведах? Как это Эйнштейн смог это все осознать? А он, на самом деле, был единственным, кто это сделал. Единственный он достиг такого уровня в своих исследованиях. Он пишет, что Деви Бхагавата Шакти находится повсюду. Сарва-бхута означает повсюду, может быть, в форме воды, воздуха, света. Все равно, что растворить соль в большом количестве супа, к примеру, ее невозможно видеть, но она проникла во все, во весь, проникла всюду. То есть, если я растворяю сахар в большом количестве воды, мы не способны его видеть, поскольку он растворился, но он присутствует в том количестве воды, с которым мы его смешали. И точно так же Бхагаван в каждой клеточке нашего тела присутствует Господь, поскольку их функционирование безошибочно постоянно совершается. Насколько уникален и высоконаучен вайшнавский вичар, вайшнавские наставления. Вспомните историю Гопал-Чипала, который совершил оскорбление лотосным стопам вайшнава. И после этого в его теле появились изменения. Он заболел. К примеру, это все можно на физическом уровне объяснить. Вы совершаете аппаратху или какое-то преступление, кого-то убиваете или что-то, и из вашего мозга исходят токсичные яды. Почему люди испытывают тревогу, испытывают какие-то негативные эмоции, и на их фоне появляются различные болезни?
потому что все это взаимосвязано. Таким образом, из-за телесного дисбаланса из мозга распространяется реакция, которая приводит к лепре, ну, то, что произошло с Чапал-Гопалом. Подобная история. Гопал Чакраварти критиковал Харидас Такура, великого Намачарью. Он был юным браманом, считал себя очень ученым, продвинутым. Но что с ним произошло? За пару дней он лишился носа, его нос покрылся лепрой и отпал. Он сказал Харидасу: ты погрузился в эмоции. Тебе не интересны ни яги, ни тапасья. Харинам не может дать то же, что дает тапасья. Но Харидас Такур сказал: почему ты не веришь в Харинам? Почему не веришь в Харинам? Ведь Харинам может все. Тогда разгневанный браман сказал: если ты не прав, твой нос отвалится. Но произошло, все произошло наоборот, отвалился нос этого брамана. Итак, наш Вайшнава Даршан. То есть я порой размышляю, насколько практичны наставления вайшнавов. На этом я хочу остановиться. Завтра мы поговорим о том, чем, о том, что сказал Кришна Удаве. Бивада-санбада-бхубо-бхаванти Курванти чайшам мухуратма мохам Тасмайнаманантагунаюбхумне Ванчакалпатурасикипасиндвивача Патитанангпабане Бхавишнабхюнаму. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hari Bol 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 Tai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Hari Bol Vancha Kalpataru Sikabasa Patitanang Pavane Bhavishnabhyo.